Время новостей на телеканале «Лаба», в студии Лилии Циокян. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. На площади Родина состоялось мероприятие, приуроченное ко дню памяти жертв политических репрессий. В Лабинске вновь открылся детский дом-интернат. На территории храма Александра Невского состоялся круглый стол с участниками краевого гранта «Пока звенят колокола, Россия жива». 30 октября – День памяти жертв политических репрессий. На площади Родина состоялось мероприятие, приуроченное к этому дню. Более 300 жителей Лабинского района собрались на главной площади города, чтобы почтить память жертв политических репрессий. На мероприятии присутствовали представители власти и духовенства. Священнослужители и все присутствующие помолились за души невинно убиенных. Отец Дмитрий отметил, что сбережение памяти – одно из главных составляющих человечества. Нам, как новому поколению, необходимо эту память беречь, стараться изучать историю, любить свою землю и никогда ее не предавать, и не менять на какие-то западные ценности. Да поможет нам Господь любить нашу землю, ценить ее, хранить веру нашу, и тогда Господь нас не оставит. Храни вас Господь, помощь вам. Помнить и передавать последующим поколениям эту память – долг каждого. Это необходимо обществу, чтобы извлекать уроки из истории и не повторять страшных ошибок в будущем. В Лабинске вновь появился детский дом-интернат для особенных детей. 6 лет учреждение не функционировало, а сегодня в нем уже 32 воспитанника. На открытии дома-интерната присутствовал глава района и первый заместитель министра труда и социального развития Краснодарского края. В нашем муниципалитете возобновил работу дом-интернат, который не функционировал 6 лет. На торжественное открытие обновленного учреждения социального обслуживания приехали представители местной и краевой властей. Для нас сегодня, как для района, очень важно, чтобы на нашей территории оказывали все услуги, которые предусмотрены в Краснодарском крае, предусмотрены в нашем государстве. И я хотел бы в связи с этим поблагодарить губернатора Кубани, Ивановича Кондратьевица, губернатора Анну Алексеевну, министра Сергея Петровича за то, что нашли возможность и рассмотрели наш объект для создания специальных особых условий для деток, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Это вообще работа в этом учреждении, конечно, требует особой выдержки, и никакая заработная плата, никакие трудовые обязательства не помогут относиться с уважением. Здесь должны работать люди только с большим чистым таким сердцем, с любовью к деткам, с желанием искренне помочь нашим деткам, которые попали в особые такие условия. Я уверен, что здесь абсолютно 100% сотрудников, вся команда во главе с руководителем именно такие профессионалы являются. Я вас от лица всей администрации, от лица всех жителей благодарю за то, что вы выбрали это очень сложное, ответственное и такое нужное для нас дело. И пожелаю вам здоровья, благополучия. Ну а нашей молодежи, деткам, которые здесь будут проживать, я искренне надеюсь, здесь будут созданы настоящие домашние условия, что вы сможете каждый день какие-то новые навыки приобретать, вы сможете мир познавать для того, чтобы жизнь была у вас комфортной, спокойной и под максимальной заботой и опекой всех окружающих. Первый заместитель министра труда и социального развития Краснодарского края Евгений Наумов отметил, что в планах дальнейшее развитие учреждения. Самое главное, чтобы дети чувствовали себя хорошо. Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы это направление было, наверное, передовым, чтобы не было потребности, в первую очередь, у воспитанников. Я желаю всем успехов, удачи, воспитанникам улыбок, смеха, чтобы здесь было тепло и комфортно, и уютно. Здесь будут воспитываться дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-инвалиды. Сейчас в учреждении 32 воспитанника в возрасте от 5 до 18 лет. 3 ребят у нас будут посещать детский садик, остальные ребята занимаются в общеобразовательных школах, учителя приходят к нам в наш дом, здесь детки занимаются по своим адаптированным программам, каждому ребенку индивидуальный подход, как учителей, так и сотрудников нашего учреждения. Детки с различными способностями, некоторые очень красиво рисуют, другие хорошо занимаются квиллингом. Мы всего работаем с детками месяц, поэтому сейчас наша задача изучить интересы каждого ребенка, найти подход. Лилия Циокян, Георгий Сопов, телекомпания «Лаба».
На территории храма Александра Невского состоялся круглый стол с участниками краевого гранта «Пока звенят колокола, Россия жива». Продолжит Людмила Никонова. В течение нескольких месяцев Лабинский совет ветеранов имени Николая Терентьевича Смолярова организовывал и проводил праздничные мероприятия и паломнические поездки по святым местам. В день подведения итогов верующие собрались в храме Александра Невского, чтобы обсудить результаты работы. День сегодня начался с такого митинга, посвященного репрессированным народам, где отслужили службу наши святые отцы около памятника ангелу-хранителю города Лабинска и Лабинского района. Площадь собрала более 300 с лишним человек. Затем мы продолжили круглый стол в храме Александра Невского города Лабинска, куда пришли прихожане, где собрались ветераны наши, ветераны притом всех категорий, где собрались председатели первичных ветеранских организаций, председатели микрорайонов, казачества, духовенства, отец Василий станицы Владимирской, отец Петр, который возглавляет храм Александра Невского, отец Александр Хрулев из станицы Упорной, поселка Прохладного. И сейчас идет очень актуальный разговор, актуальная такая беседа, что нравственность, духовность, патриотизм, трудолюбие, они должны стоять во главе угла воспитания нашей молодежи. Беседа прошла за круглым столом в комфортной обстановке за чашечкой чая. Позвольте от имени Лабинского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов имени Николая Терентьевича Смолярова выразить вам большую благодарность за то, что вы приняли самое активное участие в проведении краевого гранта под девизом «Пока звонят колокола, Россия жива». Участники вспоминали яркие моменты поездок в Крым, в Пятигорский монастырь и в Успенский скит Свято-Михайло-Афонского монастыря. Эти поездки были в качестве призов победителям конкурса «Три спаса». Об этом напомнил отец Петр. Провели «Три спаса». Многие поучаствовали, многие съездили, посмотрели. Это уже как бы вклад в оцерковление. Ирина Алексеевна, она, у нее такой задор. Действительно, смотрите, надо брать пример. Вот. Она так живенько все организовывает, действительно, столько энергии, дай Бог вам помощь, Божьей помощи. Это здание, я хочу, конечно, его закончить дальше. У нас наверху будет большой актовый зал, где мы будем собираться. Мы знаем, что если бы не Господь, нас бы здесь не было. Сколько Он нам показал, что если мы от Него отдаляемся, то мы идем в ту сторону, где погибель. Мы видим даже Великая Отечественная война, да? Перелом войны начался только в 1943 году, когда действительно начали открывать храмы, священников выпускать из тюрьм. С иконой облетали вокруг Москвы, потому что было положение не очень хорошее. И мы видим, что когда мы поворачиваемся к Господу, к Божьей Матери, то они к нам тоже поворачиваются. И они нам показывают и нас учат. Мы должны это не забывать, что если мы будем действительно считать себя на земле маленькими богами, то все будет очень плохо. Мы должны каждый понимать, что вот мы недостойные. Господь терпит нас. Он хочет, чтобы мы, проживя эту временную жизнь, все-таки обрели вечность. Сегодня мы с вами действительно должны знать свою историю, передавать ее детям и про войну, и не только про войну. У нас есть что рассказать, потому что наша российская земля, она претерпела очень много нашествий иноплеменников,
сколько Божья Матерь сохранила наши города. Совет ветеранов пришел на эту встречу с подарками, набор дисков с православными фильмами и канцелярские принадлежности, которые будут очень полезны детям из воскресной школы. Священнослужители поддерживали Совет ветеранов на протяжении всего гранта. Работу, которая была организована Советом, считают очень важной. Очень многих людей, которые здесь сидят, отвлекли от суеты, да, потому что так бы суетились, чем-то занимались, а так бы забылись немножко про суету, да, и вспомнили о своей душе, душе бессмертной, и смогли проехать по историческим местам, это монастыри, это святые места, да, и в нашей станице устроили праздник такой Ореховый Спас, и благодаря которому наша прихожанка, наша просворня побывала в Крыму. В свое время, когда я был еще молодым священником, очень много пришлось объехать монастырей, сопровождать группы с Краснодара, паломнические, и на Соловки, и Валаам, и Бахчисарайский монастырь, да, и, ну, много, да, к сожалению, не был на Украине, но тогда был еще Крым, еще была Украина, когда мы бывали, да, вот, к сожалению, не были по Чаевскому монастыре на Украине, ну, может быть, дай Бог, чтобы все там успокоиться, и мы смогли бы спокойно проехать туда, посмотреть главную святыню, да, земли, святой земли Украины, вот. Дай Господи вам силы, здоровья, да, чтобы вы смогли еще потрудиться для нас, ради нас, да, чтобы еще больше прихожан смогли побывать по святым местам. Вы, наверное, заметили, что мир, который нас окружает, он очень переменчен, и в последнее время он меняется очень с большой скоростью. То есть мы входим с вами в мир, который больше содержит информации, который с передачей этой информации увеличивается в несколько тысяч раз. И наши дети, которые сейчас рождаются, уже, они, можно сказать, рождаются уже со смартфоном в руке. Если мы как-то пришлось это все изучать и постигать когда-то, то ребенок современный, он уже это сразу получает еще с пеленок. И мир действительно стремительно меняется в сторону вот этих информационных технологий, где, к сожалению, очень мало места Богу отведено. Поэтому наша задача, очень серьезная задача и сложная задача, привести в храмы молодежь. Потому что хорошо, когда мы ходим в храм, все это прекрасно. Но когда вы оглянетесь, вы зайдите в храм любой и посмотрите, кто окружает вас, вы заметите, что это женщины пожилого возраста. То есть мы можем сказать, я, может быть, ошибаюсь, может, у отца Петра, может, еще как-то в больших городах молодежь еще можно увидеть в храме, но это малое количество, абсолютно малое количество. И если так будет продолжаться, то мы, по сути дела, наша вера православная, она постареет. А если она постареет, то она может и умереть. Во время беседы ее участники говорили о продолжении большого дела. Краевой грант подошел к концу, но нельзя на этом ставить точку. Прошедшие месяцы показали хороший эффект и положительную реакцию общества. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания «Лаба». Наш выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.